Григорий Челебян, 5 лет, город Москва. Мне до счастья нужны сердечко и цветы. Я мечтаю стать строителем, чтобы всем помогать. А почему? Потому что это очень важное дело. Я построю тебе дом. Я боюсь падать, потому что это очень сильно больно. А мое в жизни главное правило – заниматься и делать зарядку, чтобы быть сильным и никогда не уставать.